think the girls with their nails done now. Всем здоров, ребят. Ну что, у нас утренний обзорчик, как обычно, после ночной колды. Сейчас посмотрим, что у нас на русском сервере интересного добавили. Необычное. Лучше бы дали вот этот набор необычное вместо вот этого извинения. Да, ничего нету на русском сервере. Вообще нифига. Матрона за большой пак. Бонусы, большая выгода. Охотник за богатством. Единственное, что есть настолько в событии, участвует слишком много игроков. Супер! Вот я вот, знаете, вот я представляю, что все одновременно заходят в эту акцию. Так, понятно, китсуны 30 штук. Ну, в принципе, вот что радует, то, что начали давать расходники по суперпетам без донатов. Так, ну давайте с бесплаточки надо что-то интересное вытащить. Так, атака фортов у нас на следующую неделю вроде. Палач. Чем поехали дальше. А, на немочки интересные плюхи. Сейчас с ним, о них поговорим, посмотрим. Не надо еще битву гильдии будет пройти. По фасту. Такс. Что тут у нас есть интересного? Apology Pack, Accumulation Pack. Ну, такое себе. Пятая карта, нету смысла. Хотя ради 3000 самоцветов, ребят, есть смысл сделать ту тему, которую я вам показывал. С гемасиками и получить 3 карты. И, блин, это реально круто. Попробовать вот это вот замутить. Ради 3 карт и истинная вера однозначно, да, ребят. У кого есть возможность, обязательно делайте. 3000 гемов вам придется, конечно, немножко попариться, но иванты тут есть неплохие. Сейчас я... О, тут и хватайка есть. Хватайка, сейчас посмотрим. И сундуки, и хватайка, нифига себе. Так, токенов мы не получили, не повезло. Ну, за 20 можно 2 карты словить, если повезет. Сундуки. Sweet Games. Такс. Что по пирату? Пирата так и не меняли. Пират здесь уже, наверное, месяц третий. Один и тот же, что-то они странно перестали его менять. Остров. Так, был ты пак, а что в паке? Ничего тоже не поменяли, все то же самое. Да, печалька. Дерево есть. Ну, блин, смотрите, сколько можно получить карт. Вот, допустим, 20к потратить, отсюда словить карту. Потом получаете с сундуков. Отсюда. Вот реально, сегодня шанс получить это 2 карты плюс еще дополнительно монетки. Ну, если повезет, но я думаю, за 20к вытащить второй сундук можно. Круто. 2 карты, 20 монеток. И отсюда вот забрать аккумуляцию. То есть делаете 5 карт. Реально можно получить на халяву. Ну, по сути, у кого есть самоцветы, и тут плюс 3 карты, это реально круто. Задач для выполнения просто дофигища. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Вот заходите в Free Games и отсюда качаете. Многие ребята спрашивали, какие приложения выбираете, те там типа больше самоцветов. Вот смотрите, вот 1600, Rise of Kingdoms, вот это вот офигенное, Billionaire Casino, ну, в общем, здесь есть реально дофига
возможности, где можно получить халявные самоцветы. Дофига просто. Мелкие, большие. В общем, ребят, 3000 самов сделать это можно. При задротстве. В итоге, кто получил в прошлый раз зефира, ну, я не знаю, кто сколько там потратил, надо тоже смотреть. А здесь вот есть возможность еще получить на халяву, я считаю. Это вообще, это бомбически. Истинная вера и шанс вытащить отсюда барда, леди и божество, тоже реально крутая тема. В общем, не упускайте свой шанс, у кого есть такая возможность. Так, поехали дальше. С этим разобрались, поехали на немочку. Как раз Бодя написал. Мы зашли на немочку. Так, 1+1. О, сундуки тоже. Сундучки. Сейчас посмотрим, что на немке у нас. Тут своеобразное. Так, понятно, все. Нету халявы у нас тут. Так, заходим сюда. Что у нас здесь? Ну, здесь у нас кастрированный, но здесь за найм идет 5 монеток. Немножко кастрированные сундуки. Это понятно, здесь и так халява дофига, поэтому они решили немножко сделать поменьше халявы. Так, понятно. Бум, ребятушки, вот так вот. 2 и 1. 2 и 1. Нормально пойдет. Хорошо. Так, не хватает у меня места. Ну, здрасте. Как обычно. Так, как это себя заставить копить самоцветы поактивнее здесь? Не пропускать халявные плюхи. Так, базар маркет. Кастрированный, вот о чем я говорил. Набор извинений и кастрированные эти, но... Все равно здесь халявы побольше, чем на других серваках. И огник этому доказательство. И я думаю, скоро соберу и лисицу, и зефира. Еще немножко, еще чуть-чуть. Такс. Такие, конечно, себе плюхи. Что там у нас по битве гильдий? Скормим одного ниндзика, заберем 25 самов. Можно было, в принципе, не кормить, но ниндзя, я однозначно ниндзиков качать не буду. Такс, отлично. А, кстати... А, я уже прошел. Что-то я втыкаю. Сегодня воскресенье уже. Что у нас по... битве гильдий. Заруба намечается. Их тут, конечно, меньше, но у них посерьезнее, пацаны. У нас 71. В общем, кто хотел, кидайте заявочки. Есть места на вступление в гильдию. Пока места свободны. Такс. Почистил Бодя. Что у нас есть? 500. Тут вряд ли я на 500 так полезу. Тут зефира на 500-ках. Минотавр, огник, анубис и опять же зефир. Рановато мне на таких нападать. Нифига себе, все 500-ки что ли. В общем, будем, смотрите, зефир. Нормально, пацаны здесь живут, на немке. Ну, в принципе, здесь не проблема зефира собрать. Донаты, видите? Ну, попробуем через Фрейю забежать. Попробуем жахнуть, если получится. Конечно, я думаю, вряд ли получится у нас это. Но попытка не пытка. Да блин, какой стан? Давай тащи. Шанс слива, ребята, максимальный.
Ну, сейчас, если мы Фрейю, в принципе, ушатаем, то мы всех пройдем. Но я в этом очень сомневаюсь. Но все может быть. У нас все-таки как-никак огник 30-го прорыва. А это означает, что у нас должны быть изи-противники. Ну, там огник тоже есть, и мы на нем тоже можем зависнуть. Поэтому самый лучший вариант в таком случае выйти и не слиться. Да, Фрейю-то мы ушатываем, а вот с огником я не особо уверен. Ну что, давайте попробуем, сделаем попытку. Попытка не пытка, как говорят. А вдруг прокатит... Ой, там он с этим... С вальсом. Там, наверное, жесткий огонь. Ну, как я говорил, вот многие ребята спрашивали вальс. Вот вам ваш вальс. Он режется недомоганиями, и толку от этого, даже если я мисую, никакого нет. Фига себе, некрос, посмотрите, у него некрос жесткий. Блин, стан, кто меня станет? Башня с самого низа. Давай тащи. 37% жестко. Мне, наверное, надо выходить. Хоть мы сейчас его ушатаем. Минута осталась, ребята, минута. 13-й огник, 13-й прорыв. Мы сейчас сольемся. Это эпический будет слив. Но зато я протестировал своего. Хоть посмотрю, что он может. А вот вам вальс. С одной стороны, многие его хвалят, но я скажу, что недомогание все исправляет. Толку от вальса. Ну, конечно, он хилит его, если нету недомогания, но там 13-й причем. У меня, конечно, 30-й прорыв. Не хватает дамага. У меня на дефный вариант. Да ну нафиг. Все, короче, ребята, я пошел качать вальс. Блин, надо было землеройку запускать, что-то я не подумал. Что-то я этот момент провтыкал. Надо было под молчанкой запускать и париться. Ну ладно, слились, никому не скажем. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.